не выполнен объем работ 370% от перехода по Шконского шоссе до этого места, где мы сейчас находимся. На этом участке трубы уложены, закопаны, частично произведено гидравлическое испытание. Район развивается, помимо жилых объектов, которые будут там строиться, там планируются и социальные объекты. И без нормального водоснабжения район не сможет развиваться. Жителей поселка Асаново, потому что вы знаете, что сейчас они запитаны от скважины, где большое содержание железа, там различных примесей, огромное количество жалоб поступает. К концу года, если все пойдет нормально, мы подключим их к централизованной системе водоснабжения вторым этапом. И тогда они уже могут пользоваться той водой, которая поставляет в сети водоканалов.